На модульной компрессорной установке, смонтированной на 506-м кусте газовых скважин, завершили ряд технологических испытаний. Кроме того, здесь полностью готовы системы связи и дистанционного управления. Проект МКУ-506 реализован в соответствии с принципом безлюдной технологии, когда агрегат работает либо в автоматическом режиме, либо управляется удаленно оператором с пульта газового промысла. Назначение модульных компрессорных установок – максимально полно использовать потенциал газовых скважин в условиях низкого пластового давления. Полностью закончены работы по обвязке модульной компрессорной установки. То есть и проведены даже уже испытания. Испытания прошли успешно. После испытаний гарантийными стыками мы уже врезались в газопровод шлейф номер 506.